Уважаемый Сергей Александрович, я почему-то не услышал в вашем докладе, хотя заранее подавался вопрос, о малых реках Сасовского района, река Цна, там больше Мокша, которая впадает в Аку. О проблемах состояния этих рек, экологии и какие будут пути решения этих проблем. Значит, что касается рек Сасовского района, значит, это вызвано всем известными событиями 2012 года. То есть и все мероприятия, которые направлены сейчас, это отпущение, повторение пауза, которое произошло в 2012 году именно в Кармском районе, в частности. Значит, по мероприятиям, которые проведены именно на реке Мокш, значит, в 2015-2016 году проведен такой вид работы, как расчистка русел данного мероприятия. В этом году запланировано и проводится корректировка в проект по берегу укрепления данной реки, и на 2018-2019 год запланировано мероприятие по берегу укрепления будем Мокши. То есть почему, что такое берег укрепления и чем оно, для чего оно делается? То есть там по наблюдениям каждый год берег становится ниже и ниже. То есть тем самым происходит, как вы говорите, увеличение данных берегов. Поэтому такие мероприятия именно в Кадровском районе где Мокши. Постоянно приходят запросы от жителей района нашего песочника и поселка Строителей. Какова сегодня ситуация по захоронению особо опасных отходов, шлакнакопителей, которые у нас находятся там в районе завода «Химлакно»? И вообще, в целом, какова ситуация особо опасным отходом на территории Рязанской области по захоронению? Значит, на территории бывшего завода «Химблокно» по решению суда с 2019 года запрещено захоронение отходов первого и четвертого класса. Вот. То есть никаких оснований для захоронения там на сегодняшний день нет. Однако случай был в 2017 году, в начале года, что сотрудниками министерства взаимодействия с Федеральной службой безопасности было выявлено факт нахождения на данной территории, на данном участке таких веществ, как серная кислота. По данному факту, после всех разбирательств заведено два уголовных дела. Люди привлечены к уголовной ответственности. На сегодняшний день больше фактов нарушения законодательства.